Добрый день, уважаемые господа и дамы. Сегодня хотел бы вам представить 3D-пленку компании 3DVL. Полная информация есть на сайте компании. Как вы видите, этот материал полностью прозрачный. Он очень хорошо используется для монтажа в стекло. Для получения варианта решения кухонный фартук, либо облицовка здания. Также этот материал возможно использовать для изготовления жалюзи. То есть непосредственно сам материал нарезается на ламели компании 3DVL. И вы в дальнейшем, используя то же самое оборудование, изготавливаете жалюзи. А длина материала изготавливается кратной 50 метрам, ширина 645 миллиметров. У него есть непосредственно рабочая сторона и задняя сторона. Рабочая сторона, она больше отражает светового потока за счет микрозеркал, находящихся внутри, и поэтому материал переливается. То есть, как вы видите, непосредственно сам материал, он имеет эффект объема или эффект рельефа. То есть, тогда, когда глаз человеческий воспринимает отражаемый световой поток от материала, то возникает некий объем. То есть материал сам абсолютно гладкий, но вы видите, как будто он имеет какую-то определенную толщину. Очень хорошо данный материал также используется в всевозможных рекламных носителях, 3D-буквы, декорирование стен, потолков, система Armstrong позволяет, соответственно, изготавливать из этого материала подвесные не только потолочные панели, но и сами светильники. Также компания 3DVL производит материал других цветов, то есть вот черный, синий, голубой, бирюзовый и так далее, и так далее, и так далее. То есть 22 цвета компания 3DVL производит. Возвращаясь к тому, где возможно использовать данный материал, естественно, в данное время он хорошо используется в всевозможных развлекательных зонах, клубах, барах, ресторанах, также оформление витрин. Но удивительно, что, как вы видите, вот, например, на видео сейчас очень хорошо видно такой фиолетовый эффект. То есть именно пленка компании 3DVL, она отражает именно тот световой поток, который вы на нее направите. То есть, если, например, у нас вблизи какой-то фиолетовый носитель световой, то пленка точно так же отражается фиолетовым цветом. Полная информация, как я и говорил, есть на сайте компании 3DVL. Добро пожаловать в инновации компании 3DVL.